Блокчейн спасает от мошенничества со счетами. Wire, американская компания, специализирующаяся на международных платежах, запускает бот на базе блокчейна эфириума. Задача бота – упростить отправку и получение счетов при подтверждении транзакций через WeChat и Facebook Messenger. Майкл Данворд, генеральный директор, основатель Wire, отмечает явное экономическое преимущество блокчейна эфириума перед блокчейном биткоина. Кроме того, Данворд планирует внедрить поддержку платформ WhatsApp и Slack и обработку нескольких счетов одновременно.